Волна добра. Тащу ведро винограда. Сзади рюкзаки ведро айвы, по спине телебунькает. И тут слышу. Ах, красавица, как я счастлив тебя видеть. Смотрю, навстречу идет мужчина, очень кавказской национальности. Смотрит не в телефон, на меня смотрит. На ведро мое виноградное смотрит. И улыбается. Знаем мы вас, детей горячих гор. Вот все красавицы, думаю. А у самой рот расползается до ушей. Захожу в магазин. Смотрю в зеркальную витрину. Ого! Откуда ты, румянец, взялся? Раскраснелась, глаза горят. На лице ямочки. А всего лишь мужчина мимошедший красавицей назвал. Тут же спина выпрямилась, и волосы со лба откинулись. Смотрю на продавщицу, а вот той тоска зеленая в лице, в каждом глазу по пулемету притаилась. Так, видать, достали покупатели и человечество в целом, что всех бы на фарш и покрошило. Тем более, что мясорубка вон за плечом стоит. «Как я вас рада видеть!» — восклицаю. Какой у вас красивый шарфик на шее. Просто необыкновенный. И что? Да, приврала трохи про шарфик. Но у меня собственного хорошего настроения много. Неожиданно образовалось. Через край переплескивается. Надо ж поделиться. Смотрю, пулеметы отъехали, и бойницы закрылись в глазах. А вместо них свет появился. Ласковый такой, цвета неба. «Спасибо», — улыбается мне. «Что вам предложить? У нас сегодня грудинка свежая. Диво, как хороша! Ну, красавица, чистая красавица. И шарфик на шее впрямь на шарфик похож стал, а не на унылую тряпочку». Возвращаюсь домой, прижимая к груди грудинку. А тут навстречу соседка злая, как 100 000 чертей. «Чего это вы своего кота тут завели и не кормите? Он у моего Тузика еду ворует, скотина черная!» Тузик — это псина огромная, для которой мой котик все равно, что бутерброд на один зуб. Да у Тузика в миске костомахи больше, чем мой котик вместе с хвостом. Но соседке не докажешь. Она сейчас за своего Тузика готова порвать и меня, и котика в придачу. В другой раз я бы обрадовалась поводу рассказать соседке, что я думаю по поводу ее псинушки и ее самой. Но сегодня мне никак не ругается. У меня сегодня такое настроение, что я готова любого голодного Тузика накормить. «Как я рада вас видеть!» — восклицаю. «Так люблю вашего щеночка, милого, сил никаких нет. Вот хотите грудинку ему отдам? Смотрите, какая она славная!» Смотрю, а злобный соседкин оскал превратился в довольно милую улыбку. Подтянулись брыли и превратились в обыкновенные щеки. Волосы кудрями по плечам раскинулись. «Да что вы! Буду я еще этому гаду прожорливому грудинку вашу давать. Давайте я лучше вашего котика угощу. Кыс-кыс-кыс, иди сюда, моя прелесть». У моей вороватой прелести аж глаза на лоб полезли. Такой ласки от той, что кроме как «убью скотину», говорила, она вовек не слыхала. «Но всего лишь один проходящий человек», — сказал другому проходящему мимо человеку. «Как я счастлив тебя видеть». «Да». Может, даже не ему сказала, в телефон сказал, но все равно волна пошла. Говорите друг другу больше хороших слов, просто так, и все будет зашибись. Автор — Ирина Подгорская.